Один мой друг как-то сказал: «Память человека – это крепость, куда более запутанная, чем крупнейшие города. Но мы изобрели ключ к этой крепости. Первые слова сына, последние слова матери, поцелуй с любимой, предательство отца. Больше не осталось тайн. И если изменение одного воспоминания может поменять жизнь человека, то изменение одного человека может поменять весь мир. Этим я и занималась, пока кто-то не сделал это со мной». «Тебе стерли все подчистую, Нилин! Откуда мне знать, можно ли тебе доверять?» «Кто стер мою память? В чем была моя истинная задача?» «Постарайтесь обойти ее!» «Я охотница! Так почему охотится на меня?»